Снова удаленка. Ямальские ученики 6-11 классов не вернулись за парты после осенних каникул. Они начали учиться онлайн. Причина – неблагоприятная эпидобстановка, вызванная приростом ковид-больных в нашем округе. Это обучение во всех смыслах дается и учителям, и ученикам проще, чем весенняя дистанционка. Тем не менее, проблемные вопросы еще остаются, но и их стараются решить. В целом, школы сейчас не опустели. Перемены заполняются голосами и детским смехом самых юных учеников. Как проходит обучение в новых условиях, расскажет Юлия Шаркова. Будущее наступило, в этом мы отчетливо убедились весной этого года. Удаленная работа, видеоконференции и онлайн-уроки сначала ввели всех в ступор и панику, а потом приучили к новым реалиям. Но пандемия продолжается, и школьники вновь остаются грызть гранит науки дома. Правда, на этот раз не все, а лишь учащиеся с 6 по 11 классы. Хотя эта удаленка уже не так пугает педагогов и родителей. Оборудование настроено, система обучения через сеть отработана. И даже мелкие технические трудности не мешают процессу получения знаний. Пожалуйста, камеру включи, Степа, я попросила. Не могу включить камеру. Не работает. Ну ладно, отвечай. Она почему-то не работает. В день у учителя географии Ольги Исайкиной по 6-8 уроков. Расписание и количество часов остались такими же, только вот ребята вновь смотрят на нее с экрана монитора. Поэтому важно удержать внимание учеников, которые занимаются дома. Сегодня мы работаем только второй день, да? А весной было. Было и в пижаме, был и бутерброд, был и попить воды. Все-таки домашняя обстановка дает о себе знать. Когда ребенок приходит в класс, это его группирует как-то на работу. Дома немножко вальяжно, конечно, чувствуется себя ребенок. А вот пятиклассники-кадеты на уроки ходят, как и все остальные ребята с 1 по 5 классы. И несмотря на юный возраст, важность учебы и школьного обучения понимают очень хорошо. На дистанционке мы особо никаких знаний не получим, так как это не живое общение, и мне кажется, большая часть знаний появляется от живого общения. В школе номер 16, что по соседству, начинается большая перемена. Учащиеся начального звена направляются в столовую. Пространство наполняется детскими голосами и смехом. Не забыли и о выпускниках. 9 и 11 классы могут посещать в малых группах специально организованные для них дополнительные занятия. Русский, алгебра, а также профильный для сдачи экзамена предмет. Эта система отлажена. Те факультативы, которые были закреплены в этих классах, они проводятся в это же время. Потому что сдвигов у нас по режиму и распорядку дня не произошло. А значит, соответственно, обучающиеся после завершения учебных занятий могут в указанное время посетить их факультативы. Режим дистанционки ориентировочно продлится до 30 ноября. Но вернутся ли ребята в школу в декабре, зависит только от эпидобстановки. Юлия Шаркова, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс».